Друзья, мы сейчас находимся в очень важной стадии. Мы находимся сейчас на большом подъеме, и никакие репрессии уже не смогут задушить. Стремление к переменам нашего народа. Уже сегодня видно, что произошел буквально взрыв, и то, что произошло в Алматы, в Астане и во многих других городах, в Актобе я вот сейчас видео выставил, в Караганде и так далее. И в течение дня будет нам все видео больше и больше приходить. И к завтрашнему дню, наверное, мы получим более-менее картину. Но я сейчас хотел бы обратиться к вам еще по другому поводу. Мы должны делать все так, чтобы полиция никого не могла ни арестовать, ни применить силу, вообще ничего не могла. Мы должны добиться в скором времени, чтобы полиция перешла на сторону народа. Сами полицейские говорили, когда вас будет тысячи. Сегодня в Алмате и в Астане действительно нас было тысячи. Тысячи. Завтра будет десятки тысяч. Но для этого мы все сегодня должны проявить волю. Мы сегодня должны научиться вместе действовать, координировать наши действия. Я обращаюсь к нашим сторонникам с призывом, чтобы вы, ребята, подтянулись к тем местам, где находятся наши задержанные, и требовали их освобождения. Сегодня наш народ продемонстрировал решительность и волю. Сегодня исторический день, уважаемые друзья, исторический день. Давайте мы разовьем наш успех, давайте мы усилим нашу работу, давайте поддержим всех тех, кого задержали, отвезли в полицию, составляют протоколы. Опять соберемся у этих мест, где находятся наши задержанные, и будем требовать освобождения. Вы сами видели сегодня, когда небольшое количество людей были задержаны полицией в автобусе, когда сотни протестующих стали требовать их освобождения, полиция сопротивлялась, но в итоге была вынуждена выпустить и наших задержанных, которые находятся сейчас в районах отделения полиции. Для этого нам нужно просто собраться и потребовать их освободить, и больше полиция не сможет задерживать. Они будут понимать, что любого задержанного будет поддерживать тысячи, и лучше никого не трогать.